Вы же понимаете, мои дорогие магнитогорцы, что не зная английский, я бы здесь бы и не жил. Да-да-да, у меня болячка такая, очень-очень хорошая. И только благодаря тому, что я знаю английский язык, я пытаюсь с ней бороться. К сожалению, то время, когда я учил английский язык, было немножко в другой школе. Это была школа номер 33. Я ее оканчивал, естественно. И вы представляете, у меня на протяжении большего количества времени по английскому языку были трешки. И только после того, как я наконец-таки перешел к Монине Антонине Федоровне, ну, я уже понял, что английский язык – это то, что доктор прописал, и для меня, естественно, лично. К сожалению, сегодня, сейчас я бы, может быть, отправил своего сына в 33-ю школу, но Монина Антонина Федоровна уже там нету. Она просто переехала к другому моему товарищу, Монину Игорю, который живет сейчас в Краснодаре. Поэтому я не знаю того места, где бы я смог дать своему сыну грамотное образование на английском языке. И именно поэтому я свой выбор остановил на школе под названием Реноме. Сегодня, сейчас он сюда ходит второй год. Ну, а по сути, он уже четвертый год работает. По сути, ему сейчас 7 лет. И по сути, а давайте все-таки мы сейчас с вами продемонстрируем, что такое праздник. Английский, чисто английский праздник. Хэллоуин. Только он будет на английском языке. Конечно, это простой праздник, никакого отношения к религии не имеющим. Не помните? Ровно год назад на YouTube, отмотайте, я вам там все объяснил. И это совсем не страстная неделя для тех, кто верует в Бога нашего. Здесь, по сути, дети развлекаются и просят конфеты. Вот и весь Хэллоуин. Но лучше и грамотнее понять его в Реноме, в школе углубленного преподавания на английском языке. Она находится здесь, на Октябрьской 15 и на Ленина 131. А теперь немного другие правила. Мы начали учить языки общения. Хлопцы, зная весь мир, я вам скажу, немецкий и французский – это не языки общения. Английский, китайский и испанский – вот настоящие языки общения. Далее идут то, что читается наоборот, но к чему привыкли страны Османской империи. К слову, не только страны Османской империи. Наши товарищи, ну, как вы думаете, татары, башкиры, большая часть жителей Северного Кавказа. И вы не забывайте, что и чуваши, да и, кстати, большая часть Памира также говорит на том же самом языке. То есть вы должны понять, что они спокойно говорят на двух языках. На русском и на атаманском. Ну, в смысле, тамошний язык, переделанный для ихнего общения. Далее Португалия, далее русский, только после этого немецкий и где-то в отдалении Франция. Вот вам, хлопцы, больше языки общения. Но большая часть у нас работала с английским. И вот вам малость, урок английского. Вы сможете все понять, а если нет, то уж поверьте, изучение иностранных языков – лучший способ понять, что можно и в старости получить удовольствие и лучшее чудо для долгой и правильной жизни. This one is garlic. I've got one, two, help me. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. So as well as you, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. It means, Яна, an apple means you will be very happy, my girl. You will be very happy. Alex, can you understand English? Yes, hello, Ivan. Hello. Can you understand English? Yes, hello, girls. Hello. What is your name?
My name's Polly. Polly, can you understand English? Yes. Вот как-то так и получается, да, уровень образования. То есть человек, который преподает, им дал возможность детям в возрасте 3 класса работать по уровню 5 класса стандартной средней школы. Они все это прекрасно понимают. То есть вы понимаете, о чем идет речь, да? Углубленное образование на английском языке. Если оно в вашей школе такое, а я думаю, что нет. Поэтому, если бы вы хотели понимать, что человек должен изучать английский язык, а он должен изучать в любом случае, даже обратите вот внимание, я, по сути события, я инженер. Но, тем не менее, я очень неплохо занимаюсь и работаю по телевидению. А телевидение – это все на английском языке, уж поверьте мне. Мало того, как вы прекрасно понимаете, я еще и в других местах тоже о чем-то говорю. Ну, я имею в виду с онкологами своими. Почему я им говорю? Потому что я задаю вопрос. Can you speak English? They answer me no. То есть они отвечают мне, что они не умеют говорить на английском языке. Но по сути событий, вся технология, вся медицина, она работает на английском языке. Понятно? О чем я вам сейчас говорю? То есть даже если это будет человек, знающий английский язык, и уж поверьте мне, и уже и потом, я думаю, что рано или поздно мне придется его человека отвезти либо в Индию, ну, самый простой вариант, естественно, либо в Великобританию, а лучше, конечно, в Америку, ну, чтобы он наконец-таки понял. И вот тогда я из этого человека сделаю грамотное. И он будет работать, в крайнем случае, переводчиком, что весьма неплохо оплачивается в нормальных структурах.